Вездеходы новой модификации планируют запустить в производство в 2021 году на предприятии в селе Бизино Тобольского района. Предприниматели из Сургута обосновались здесь почти 10 лет назад. Власти муниципалитета подыскали инвестору более 5000 квадратных метров производственных площадей. Новые хозяева ветхие здания отремонтировали. В настоящее время на предприятии трудится 69 человек. В год они выпускают около 60 вездеходов марки «Хищник» 5 модификаций. Спрос есть, потребители разные. Охотники, рыбаки, фирмы мелкие, крупные, которые занимаются перевозкой грузов, перевозкой людей. По сбыту это в основном, конечно, север, Камчатка, восточная часть России. Ну, практически, можно сказать, всю Россию охватываем. Создают новые рабочие места на селе. И самое главное, не останавливаются на достигнутом, а все время двигаются и двигаются вперед. С целью помощи новым инвесторам, желающим работать на селе, в Тобольском районе создан проектный офис.